То есть вы здесь посылаете сигнал? И туда он приходит. Здорово. Давайте вопросы. Делайте горшочки, подливайте, сейчас на времени вышло. Здесь мы сделали не просто прототип, это модель, которая будет производиться в дальнейшем. То есть мы сделали всего из двух частей, вот. То есть сейчас мы на 3D принтере распечатали ее, но в дальнейшем все будет две части, насколько мы смогли здесь распечатать. Горшки будут отливаться. А еще вопрос, вот проводочек от датчика почвы, так будет от каждого горшочка? Нет, это прототип. То есть для того, чтобы мы этот прототип работал, да, конечно, нам нужна вот такая маленькая плата. Ну вот, и так, это инновация. В общем, вот такая маленькая плата нужна. Все. То есть она встраивается, вот там на картинке показано, держи. То есть там такое есть, если вы смотрели, вот, видите, там отец для электроники. Оно там снизу встраивается, то есть там батарейка и все дела. И плюс это диод. Нет.